Hola, amigos, и вечер добрый. С вами Квантум, и добро пожаловать. Это War Thunder. Та самая игра, где мы устраиваем дуэли. Сегодня битва рандома. Рандом определить, на какой технике мы будем дуэлиться. Смотри, что получится. Мы будем начинать. Желаю приятного просмотра. Погнали. Кстати, ссылку на игру я оставлю в описании. Там будут клевые бонусы для новых игроков и для тех, кто не заходил в War Thunder полгода и больше. Антон выбирает первый. 11 танков. Выбираем танки только обычные, не премиум. Я готов побеждать. У нас 11 танков. Сири на Назови число от 1 до 11. Ответ, Асу 50. Осуждаю. Осуждаю. Осуждаю 57 раз. Хорошо, теперь я выбираю танк. Рандомное число от 1 до 11. Это будет 1. Т-34. Вот это вас, хорошо, 57. Мне будет тяжело. Ну, ты у нас профессиональный боец. Так, я взял мало снарядов, соответственно, я хорошо играю. Соответственно, я профессиональный игрок, и я читаю ваши комментарии. Все, я молодец. И не нужно нами бомбить. Снарядов мало, посмотрите сами. А еще я умею целиться через бинокль. Падла, как он врубается. Вот, я еще так могу целиться. Я совсем умный и профессиональный игрок. Ты моя курочка, да ты что? Ты мой петушок. Тьфу, да? Не так. Я твой петушок. Иди нафиг. Я топтал тебя вообще-то. Если схлопочу в бочину, будет категорически неприятно. Нет, я тебе скажу так. Я на самом деле достаточно медленный. Ты медленный, но если ты выставишь правильный угол и будешь меня ждать с правильной позиции, то... Ты меня убить можешь на разы. Я на самом деле боюсь туда ехать. Ты думаешь, я не боюсь? Но я ПТ такое слабенькое, чисто там. ПТ слабенькое вообще в априори не бывает. Где ты нафиг есть? Я на круиз-контроле отъезжаю обратно. Я еду, я чкую, ты понимаешь? Мне страшно. Почему мне страшно? Я дам тебе подсказку. Я не прям на точке Б. В квадрате D5. Фиг ли ты там забыл вообще? А фиг ли ты забыл на D3? Я вообще понятия не имею, где заправка с газоном здесь. А ты приедешь на точку Б и увидишь. Если я приеду на точку Б, я уже, мне кажется, ничего не увижу. Я бы тебе задал один вопрос, но он будет слишком неуместен. Где я? Нет, насколько правдоподобны звуки в игре. Блять. Правдоподобно, реально, кстати. И чё, ты долго будешь стоять, Антон? Я не стою, я высматриваю. Я тоже высматриваю. О, 3, 2... Наводчик контужен, разброс увеличивается. Иди сюда, я пока заводился, блядь. Есть еще и кусты. Забейте на стрелка радиста, зарядите скорей, придурок. Уйди назад, ты. Ёха-муха, фига ты сидел за этим домом, мышь. Ну, сейчас-то мне точно повезет. Ири, назови число от 1 до 11. Это 9. На Т-34 9. Проиграть, какая жесть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Су-85! О, нет! Ладно, возьму обычный Су-85, не который М. Рандомное число от 1 до 11. Ответ 3. А, понимаю, да. Ты чё, я не пробью ее, тем более в лоб никогда. От это жесть. Пробьешь? Нет, пробьешь. Реально пробьешь. Беда в том, что я на Т-34 даже пострелять не успел. Ты понимаешь, я пострелять не успел. Так, ну ты жирный конь, поэтому давай вот это заряжать. Ты соблюдаешь, братья. Мы не хотим стрелять, мы наблюдаем. Я вот пришел понаблюдать, и почему-то звездюлей я выгреб. А у меня всего лишь 5 фугасов. Мне одного хватит, рядом взорвавшегося. Вдруг нет. Ты охренел, что ли? Точку захватывает. Ну, мы же захватом. А можно мне электродвигатель поставить, чтобы так сильно не шумел? Он так траками лязгает жестко. Бать, ты рядом. А где ты? Ты вообще рядом. Ты куда мне на ухо, блядь, жужжишь? У меня то же самое. Блядь, ты меня объезжаешь, что ли? Если бы. А где ты? А ты где? Поговорим раз на раз. Да вообще с удовольствием выходи. Как мужчина с ПТСАУ. Я вижу дым. Где ты? Вот. О, нет! Не стреляй! Я думал, в дуло будет! Не, братик, какое дуло, какое нахрен дуло! Поехали, блядь! Куда ты меня повез? Я себе сломал дуло! Отстань от меня! Да ты не имей уважения к мелким. Что делать будем, а? У меня все контужено. Не, братик, сейчас сделаем красиво. А еще стрелять не могу, блядь! А, могу. Ой. Да пошел ты в жопу! Выбирай. А, Сири, назови число от 1 до 11. Это 11. Ты моя курочка! Ух ты, бляха-муха. Рандомное число от 1 до 11. Ответ 2.
2. Ты, бляха, муха, КВ против ИСУ. Не, на самом деле, мне кажется, это будет противостояние уже... хорошим. У меня такой фугас, что как бы мне... Я могу и фугасом тебе ебнуть. Давай, посмотрим. Заряжай фугас. Я готов. Пожалуйста, можно мне круиз-контроль? Спасибо. Жесть, какой он классный. Клим Ворошилов, да? Конечно, он офигенный. Наравне с Т-34. Ну, Т-34 легендарнее все равно был, но... Ну, это просто тоже... рабочая лошадка, которая мочила всех остальных. Нет, жесть. Это как раз таки Т-34 был рабочей лошадкой. Ну да, этот чисто такой тяжелый. Я вообще, я убийца. Я киборг-убийца. Киборг-убийца. Да пошел ты нафиг, ты 2-0, 2 балла себе снявил в свою пользу. Сколько тебе до точки? Да хрена. Мне 0.30, 0.29. Ты офигел? 0.28. Я что, на формуле, по-твоему, езжу один? Чтобы в борт тебе зайти, я к минимум должен опередить точку, уехать в бок куда-нибудь. Ну, если ты меня прочувствуешь... мои футикулы, то ты как бы поймешь. А ты где-то сидишь заглушенным, блять, походу. Я тебе говорю, я настолько медленный, что до точки я не успел бы доехать раньше тебя, поэтому можешь не париться. Я огромная штука! Где ты есть? Стою. Стоишь, знаешь, ехать. Где я? Я на D5, блять. Спросишь, да, задай вопрос, как я там оказался? А я хуй знает, блять. Бляха, да. Ну сейчас я поеду захватывать, по-любому я звездюлей выгребу. Блять, ты сидишь там, где я сижу, сука, а где я сидел? Ах, ты ж мышь, блять. Давай. Ничего страшного. Попчик. Ой, спасибо, братик, иди сюда, блять. Я так быстрее развернусь. Очко. На нахуй. Ух, ебать, блять, я ж только фугасы взял. Блять, нахуй я только фугасы взял, сука. На сна нафиг. Нахуя я только фугасы взял, блять. Куда ты, блядь, стреляешь? Что ты хочешь? Да что-нибудь хочу. Ты, снаряд не нанес повреждений. Охренеть. Ты такая мышь, блядь. Эй, да он тяжелый. Стой, давай стреляться. Ну, я пойду точку захочу, мне не жалко. Пошел нахуй. Не пробил. Да стой, давай драться. Да мы не пробиваем, я тоже снаряд. Остановись. Да из чего ты там сделан? Я пробить не могу. Жить, блядь. Да где там твоя странная боеукладка? Она в двигателе. Да, конечно. Я буду тебя убивать, я буду тебя уничтожать. Ты просто, ну, ты ничего не сделаешь, понимаешь? Я просто буду вот... Мне пофигу, что у меня большая перезарядка. Ты еще очень далеко от меня находишься. Я же и под углом тебя, и раком, и боком, и подскоком тебя... Ну, давай. У меня снаряды заканчиваются, понимаешь? Да как? Можно... Можно перестать? Можно перестать, пожалуйста? Как бы, ну, прими поражение, блядь. Блядь, как ты заебался? У тебя стоит, блядь, на эти ебаные гусли, блядь. Я больше никогда пробить не могу, если... Я тебя тоже пробить, давай ничья? Давай ничья, согласен. Ну что, битва на танках завершилась в пользу Антона. У Антона есть первый балл, ну, вот так. Ему повезло, он более опытный. Ты пиши в комментариях, как мне нужно играть. Все прочитаю, все увижу. Мы переходим к самолетам. Сири, назови число от 1 до 13. Это будет 5. 1, 2, 3, 4, 5. Штурмовик. Штурмовой самолет. Рандомное число от 1 до 13. Эй! Это 2. Это 2. Ой, и 185. Это поприятнее. Братик, а у тебя 5-й это... R2? R2, да. Ебать, мне пизда. Ой, что это за маленький толстенький самолетик такой прикольный. Следующий раунд на самолетах. Мы играем. У меня неплохой самолет. У Антона даже курсового вооружения. То есть нет пулеметов, которые вперед стреляют. Поэтому... Не, нормально. У меня есть стрелки. Но у него есть стрелки, к нему близко не подберешься. И самолет ему ломать, кусать очень тяжело будет. А стрелки его могут так накусать, что мама не горюй. Дракон, куда ты полетел? Сделай грязь. А чё я с маневрами? А чё, сделай грязь. Я уже движки перегреваю, лишь бы тебя нагнуть. Ух, ебать, нихуя, ебать! Критическое повреждение? Стоп! Гушить! Гушить, блядь! Так, тихо. Рядом что-то стреляет неприятно, все улетаю. Все на ноль, все на ноль. Тихо. Улетаю, так, улетаю, потушили. Улетаю. Улетаю, не стреляйте в меня, вместо земли стреляют какие-то... Пошли ты в жопу, нафиг, блядь. Закрылки выпускаем, несимметрично, блядь, пизда, нахуй, ты меня оторвал. Что-то важное. Жить. У тебя там пол самолета не хватает, как минимум. Жить, пизда. Твой самолет сбит, есть первый балл. Сири, назови число от 1 до 13. Это 21. Чего, да, блин, это мать, как нихуя, вообще? Ты где, ты на двойке, блядь, училась? А, Сири, назови число от 1 до 13. Это 8. 5, 6, 7, 8, LA7B20. Нормально. Вот это уже по-моему. Рандомное число от 1 до 13. Это 5.
Спасибо нафиг. Спасибо, кто бы мог подумать, что это будет 5. Вот это оно нечто огромное. Бать, ты огромное реально пятно. А ты где? Я тебя не вижу. Ты там меня видишь, это здоровый. Не вижу тебя, я тебя потерял. Я переключил вид, и я тебя потерял. Охренительно, сейчас бы такую дуру потерять. Ну и правильно. Вижу. А я тебя не вижу. Это ты. Подожди, это ты или не ты? А где же ты, интересно мне? Я бы хотел тебя увидеть тоже. Мне бы не помешало это, как минимум. Ты меня видишь? Нет, вообще в упор не вижу. Вижу твой аэродром. Я прям над точкой Б. Ты, блин, что, в космосе где-то летаешь? Да. Ну, все понятно. А я тебя не вижу. Воздушных тормозов нету, блядь. Конечно же, это же советский самолет. А я тебя же в небе не вижу. Ты вообще где есть нафиг? Ай, кто меня стреляет? Блядь, тише, полегче нам. Не-не-не, братик, подожди. С тобой мы поговорим пошел попозже. Пошел уже подожди, подожди. Ты летишь тупо прямо. Попасть меня не можешь, потому что я как бы весь такой... Ой, ебать, красиво. Ой, как красиво. Ой-ой, отлетело что-то. Ебать, у этого самолета это проблема, блядь. Ебаные рули высоты. Что-то отлетело, да, действительно. Что-то стрелять не могу, и масло утечка. Братик, ну там не... Смотри, как делаем. Что ну, меня стреляет? Я... А, у меня твои утапки стреляют. А почему я стрелять не могу? Почему я не могу стрелять в тебя, вопрос? У меня же сдох там кто-то. Да стреляй в него! А, не сдохли, понятно. Все, я поехал. Блин, я на шашлыки полетел, иди в жопу. Самолет сгорел, конечно, сгорел. 1-1, идем дальше. Сири! Назови число от 1 до 13. Это 10. А это 10, неплохо. Это рандомное это число это, от 1 это до 13. 2, бля. Это 7. 1, 5, 6, 7. 8, 9, 10. В следующем раунде это... мне выпадет твой этот вот 10-й самолет, твой Ту-2. Он здоровый, я больше не буду допускать таких ошибок. Тебе пиздец. Ой, будет я тебя мясо. Вижу. Я тебя тоже вижу. Конечно, а ты как думал? Хочешь мне на хвост зайти? Ну давай. Так проблема в том, ебать, что ты потерял визуально. Ракета полетела вверх. Я тебя потерял. Паста, малая скорость. Да не пизди, блядь, нормально идем. Опа, заходит. Ебать, он идет. Ебать, он идет красиво. О, нет. Где ты, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Штурвал на себя, тяни сосочек. Ты шучик, блядь. Кого ты хотел перевиражить, блядь? Я хоть и огромная хуйня, но я тебя догоню. А ты хорошо виражишь, кстати. Блядь, я сделал очень фатальную ошибку в начале раунда, конечно, но ладно. Я такую же сделал ошибку. Вееееу. Там люди снизу скажут, что за дебилы, что за аэр-шоу. Ух, ебать, отпало что-то. Отпало что-то нужное, блядь. Отпало что-то нужное, блядь. Следующий раунд. Выбираем 2-1. Пока что в мою пользу. Выбирай, Антон. Назови число от 1 до 13. Это 9. О, и 10. А рандомное число от 1 до 13. Это будет 6. О, а я к 3У. Нормально. Блядь, ему опять выпал лучше самолет, чем мне. Ну ладно, хорошо. Мы выясняем до сих пор, чей... Рандом более рандомистый. Чей рандом более рандомистый? Нет, я тут пытаюсь елки не сбить. Понятно. Ты как всегда. Мастер низкого полета. Нафига ты летаешь так низко? Непонятно. Нравится. Я тебя слышу. Ебать. А, вижу. Здравствуйте, мистер Бро. Нифига, я тебе под струю твою-то больше не залезу. Стоп. Воу, 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 что это было сейчас, блядь? Я тебя не вижу, где ты? Не-н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 е. Под струю больше не лезем. Хорошо, хорошо, молодец. Мы, кажется, блядь. Маневр с тобой на критически, низкой высоте выполняем. Маневри не меня, блядь. Ты маневри не меня, блядь. Ебать. Ебать. Кто-то... О! Что да, меня подпотало? Да ты опять не взорвался, сука, от бомбы. Я мне с ней закрылок сбило нафиг. Или элерон отбил. А нет, мне закрылки выбило левые. Да чё они такие, блядь, хуёвые, нахуй? Ты чё, блин, ловушку Джокера устроил мне с бомбой? Вот он какой камбэк. Это был матч-реванш, эдакий. На самолетах я одержал победу, и того-то у нас 1-1. Следующий вид дуэли — это дуэль на кораблях. Я одержал победу на самолетах, и того-то у нас 1-1. Переходим к кораблям, погнали. Играем до одной победы. А, ну что, корабли у нас третьего ранга, и того-то у нас их 5 штук. Сири, назови число от 1 до 5. Это будет 2. 2, ой, неплохой. Поздний. Угу. Рандомное число от 1 до 5. Это 3.
Это три. Значит, значит, повеселее кораблик получается. Но в кораблях, что ты, что я не... Ебать, у меня пушка. Ебать, у меня пушка. Ого. О, у меня что-то опасное. А у меня тоже что-то опасное. У меня он как будто тонет. Тут столько брызг, что у него с его аэродинамикой или водной динамикой, как это называется. Что-то неправильно, да, как-то? Что-то. Он очень какой-то брызгливый. Трындец там за ним волн. А зачем он так? Может, это как-то специально так сделано, чтобы его не видно было? О! Вижу цель! Ты куда? Ну да, что я, что ты, не особо... Как с этого стрелять? Я забыл. О, лязнула рядышком. Белки какие-то работают еще, работайте, девочки. Да работайте, давайте, пацаны. Да стреляй. А что я так редко стреляю? А я горю, а у меня нечем тушить, блядь. Ой-ой-ой, там летит в меня. Давай, огоним прямо в капитанский мостик нафиг. Ой, там людей ему чпокнул. Не попал. Да не стреляет, что-то и не тушится, блядь. Что-то не стреляет и что-то не тушится. Так телеграмма ушел просто за песчаную насыпь эту, за атолл. Все, я потерял вообще. Ты что там у тебя, как? Угу. Потушился, да, с новыми силами выплыл? Да ебать! Да не говори. Куда я поворачиваю? Отсос. Какой он, девочки. С чего там меня стреляешь? А я там в остров не врезаюсь, можешь посмотреть, Антон? Я не знаю, вроде нет, я не могу стрелять, блядь. Вы че, уроды, а? На нафиг. Я не могу стрелять. О, уничтожен. Бля, экипаж уничтожен. Это War Thunder. Quantum Kratos были с вами, я сегодня победил. Ссылка на бесплатное скачивание War Thunder в описании. По ней все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и больше, получат 500 000 серебра. Неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в подарок навсегда. Бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно торопиться, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока. Как тебе, кстати, ролик? Напиши в комментариях и про подписку не забудь. В лучшем духе самурая, блядь. Какой ты дурила нафиг, еще и меня потопил.